вот эта паника на валютном рынке возникает прежде всего потому, что люди не верят в мир, что может наступить реальное перемирие. Поэтому, поскольку есть ожидание, что будут продолжаться военные действия, что экономика будет работать на военные действия, что будет постоянно происходить саморазрушение экономики мирной жизни, то понятно, что люди будут запасаться чем? Резервной валютой для того, чтобы сберегать, для того, чтобы потом как-то выжить. Потому что они же видят, что война, да, она объективна, мы должны защищаться, но она разрушает экономику сегодня.